Немногие становятся поэтами, но многие хотя бы раз писали стихи. В Центральной городской библиотеке снова праздник. Во Всемирный день поэзии здесь по традиции собрались поклонники стихотворных строк. Слушатели переполняют эмоции, и это здорово. Поэзия всегда присутствует в нашей жизни, она поднимает нас над обыденностью, будет у нас лучшие чувства. Главным гостем праздника стала Екатерина Арзютова, участница литературного объединения «Радуга» и молодежной творческой площадки «Зато Арбат». Ее солнечные стихи стали ярким открытием для всех пришедших на праздник. «Небу покажу такие дали, что другие боги не видали. Прямо перед ними на лету реки себе в косы заплету. Успокою, чтобы не пугались, мне недолго властвовать осталось. Истина банальна и проста. Есть края у каждого листа». В 23-й Всемирный день поэзии на сцену выходили не только опытные поэты, но и новички. Свои строки прочитали Мария Авнатанян, Екатерина Данилина и Анастасия Тренькина, участники творческой молодежной площадки «Зато Арбат». «Молить о пощаде, но не унижаться. В теперешнем мире быть доброй, стараться. Не злиться, а кинуть улыбку врагу. Бороться, мечтать, будь уверен, смогу». Я очень горжусь тем, что среди выступающих сегодня на сцене детей было очень много моих учеников. Начинают они писать в школе, продолжают с Татьяной Владимировной. Молодежи очень много пишущей. Пишут в разных жанрах – стихи, прозу, эссе. Совпавший с началом школьных каникул праздник поэзии собрал самых активных и творческих ребят. Для них провели экскурсию по литературным залам Центральной городской библиотеки. Я думаю, что после этого дня у нас пополнится количество тех детей, которые сюда захотят приходить. Праздник, который получился по ощущениям домашний, семейный, теплый, хороший, за что огромное спасибо его организаторам. Очень интересно. Мне кажется, такие мероприятия нужно проводить, повышать интерес к поэзии, к литературному творчеству. Узнать секреты поэзии могут все. Главное – искренне этого захотеть. Двери в мир творчества открыты для каждого. Диана Котлярова, Вячеслав Тюртаев, телерадиокомпания «Заречный».